Ребяточки, всем здрасте, всем нихао. Одела костюмчик вот этот вот. Бог, что-то он тепло оделся. Говорит, что там холодно будет. А я не хочу. Одеваться тепло. Я решила полегче одеться. Короче, идем гулять. Идем гулять. Вот, с ребятами созвонились. Они пока в верхней части гуляют, может потом присоединятся. Вот, а мы пока поехали на стрелку. А вот там. Сейчас БРИКС проходит. Кстати, правильно. Подумали, что правильно, что мы решили на такси. Такси стоит 300 рублей. А сейчас там с машиной туда-сюда, по пробкам, по всяким там, негде припарковаться. Нафиг надо в тех краях. Видите, как оделся тепло. А я вот так вот. Руку он достал, говорит, у нас много осталось вот таких штучек. Я все экономила, экономила. Это яблоко, киви. Интересно, тоже с сахаром? Без сахара нет. Без сахара? Да, мне еще нравится. Знаете, все тайские вот эти штучки, они все без сахара. Обалденно. Почему они реально без сахара? Да, они реально без сахара. Шикарно. Можно штучку обновить. Да. Так что идем мы с вами гулять. Посмотрим, что там будет. Обновить надо. Да-да-да. Надо, надо. Сейчас мне выкинь. Угу. Да, гаишники стоят на каждом метре. Теперь так и будут ставить. Стоять гаишники. Когда будет БРИКС? БРИКС? Не знаю. Там, по-моему, еще пару 11 дней. Числа. Ну да, все мероприятия. Здесь у нас, по крайней мере. Так что все перекрыто. Такой перекрыто. Себе. И волшебники стоят. И волшебники, да, с полосатыми палочками. Свободные кассы. Из KFC. Да. Все. Мучим. Мучим, мучим, мучим. Вон эти яхточки. А эти когда шары будут? 15 минут, 8 минут. Должны уже где-то взлететь. Да. Ну они где-то. Ну вон яхты, видишь, они уже. Там же не все прям. Регулируйте. Неизвестно, откуда они будут слетать. Там 19:45. Куда мы чё? Регулировщик тоже стоит. Они только взлетают, да? Да, мы сейчас здесь потусим. Блин, как здорово. Шарики. Что, быстро долетели? Там еще поднимаются, это не все. Их там много. Там штук 15-20. Ну, здесь сейчас и походим, и погуляем, и посмотрим. Погода классная. Ну, кстати, народу не так много, как я думала. Можно было, в принципе, на своей. Ну ладно, зато походим пешком. Пешком, пешком. На такси быстрее. Вон они полетели, шары. Красота. А там яхты сейчас проезжали. Как раз летят. Ну, сейчас все увидим. Идем. Я хочу это, посидеть там на стрелке, посмотреть, там же прям как раз самое. Будет, гляди, вот, будут как раз эти шары летят в эту сторону, видишь? И яхты внизу. Ой, вообще. Может быть, селфи делать, я в раю. А она, кстати, на ярмарке, я слышала, там сейчас этот поднимают на воздушном шаре, не опускают, какая-то такая штучка. О, да, вот по выходным. Там, по-моему, что-то недорого, 1200, что ли. Поднимают, опускают. Поднимают на 50 метров. Да. Там, ну, 10-15, ну, кто? Да, да. 1200 взрослый и 600 рублей детский. Здесь очень красивые места, вот погулять, походить. Вот, очень, очень рекомендую. Ёлочки. Интересно, как маленькие. Будет потом шар поднять, да. Легче будет. Не, ну они, кстати, в нашу сторону туда летят, реально. Ветер. Со стадион. Как это таксист сказал? Со стадиона? Локомотив, да, запускают у нас. Да. Ой, слушайте, как красиво. Вот там, кстати, шарик вот этот вот желтенький. Чуть мост не въехал. Даже поддувал. Ну их как, кстати, в нашу сторону относят, да? Немножко. Круто. Как раз путный. Там яхты, тут эти вон яхты. Да, вон яхта идет. У нас сейчас это ходит яхта. Вот эти штучки уже все заняты. И шары сразу летят. Вообще крутяк. Правильно сделали, что выбрались. Там что-то
я считаю. Ну, смотри, прям мчит. Яхта. Ну, пойдем туда. Круто. Не, народ так прилично, конечно, да. Там еще яхта мало. Опа! Сейчас как круто. Шары, вот они. Ля-ля-ля-ля-ля. Шары, вот они. Сегодня погода хорошая. Не сильно жарко. Ну, не холодно. Опять спускается жарко. Себя не понесло. Что, все? Мало тут шары. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. 12? Да. Больше было. Вот здесь они будут яхточки ходить туда-сюда. Ну, они сейчас где-то приземляться будут, они недолго. А до куда они летят вообще? Там о, смотри, вон на этих, на катамаранах или как едут? На этих. Водных, вот, мотоциклах. Мотоциклах. Здорово. Класс. Ну, это не те же. Шары умеют. Вон, столица Нижняя, да. Мега. Ага. Там еще какой-то он. Это Овка. Горьковская пивоварня. Ну-ка, зыркни. Что-то зыркни. Вон, где это шар, как желтый, это Горьковская пивоварня. О, нифига не себе. Смотри, дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Мчат. Вау. Вот он в гидрокостюме. Да. В шлеме даже, кстати. А вот этот в центре, видишь, в шлеме даже. Он в шлеме, в гидрокостюме. Ага. Это сверху одевается, что, чтобы плавать. Под водой шапочка такая. Резиновая. Прогулочные вот эти, я? Кораблики? Мало. Я бы не скажу. Ну да, я думал, тут действительно побольше. Ну, до 10 часов пошли. И сколько шаров-то в итоге получается? 12. 12? Ну, видишь, уже приземляются только где-нибудь, я не знаю. Кстати, такое ощущение, что они вот там вообще. Это Рома с Олей сказали, они где-то вот здесь будут, в районе Кремля. Вот так вот. Сказали, помашите ручкой. Помашем им ручкой. Я вижу, да. Вон где церковь, видишь? А вон там наверху, вон, видишь, как раз видно, где на скамейках-то. Блин, как круто вообще. Шарики летят как раз. Только что-то низко как-то. И приземляется. Вот тут красный что-то совсем низко. Низко, низко. А, не, вверх пошел, вверх. Видишь? Это... Да. Поддает газу. Шарами. Давай, ну-ка встань на меня, посмотри. Вовка. Блин, а какой красивый, смотрите. Храм. Он такой прям классный вообще. Желтенький. Все, короче, красота. Лепота. Все, стоим, смотрим. А вон, видите, красненький такой, он сердечко. Но корзинка у них маленькая, видишь, там максимум 4 человека. Угу. Это уместится. Слушай, ну я и думал, яхта тут прям действительно шоу какой-то. Ну, как 10 часов тут... еще долго. И, по-моему, самое прикольное, тут шарики и все. Да. О, сердце, видишь? Да, да, да. Красная жопка. Класс. Здесь, конечно, не как в Турции, да, мы видели. Там сколько? Штук 40, наверное, сразу это поднимается. Ну, это Каппадокия. Ну, там они недолго летают. Всем лайк. Я тебе поставлю лайк, 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 лайк. Он еще какой-то катер мчит. Это МЧС. Ну, смотри, солнце садится, как это, видишь, в окнах отражается. Да, как раз набережная Федоровского. Иди отсюда. Да? Да. Там же был сказка 19:45. Угу. Не, народ, кстати, много. Очень. Гуляет. Да. Кстати, все заняты. Шарики. Ну, я думала, здесь будет более масштабно. В любом случае, приехали прогуляться, ходить. А ты же не каждый раз по Покровке-то гулять. Мегаски уже приземляется. Он просто не сплетит тогда. Там же это идет канатка, хотят под ней лететь, наверное. Под канаткой? Нет, подниматься стал. Там выше надо. О, флаги, БРИКС. Аттракцион. Флаги, БРИКС. Вон, видишь?
который принимает участие. А тайского нету? Бразиль. Таиланд же принимает в этом году БРИКС. Они с нами. Это те, кто стоят. Да. Вон Саудовская Аравия, Россия, Бразилия, Китай, Индия, Египет, Бразилия. Да, вон вертолет летит. Короче, много чего интересного. Ой, сколько народу там. Потом, кстати, народу много. Ну вот мы сейчас подъезжали, парков, кстати, много мест. Да. Тут даже поет, по-моему. Полиция он тоже. Соло. Концерт. Концерт соло. Угу. Вон он, сердце, самое большое сейчас. Вон, видишь, вот большой самый. Иду. Иду. Так. Сюда они так низко-низко, вверх-вниз, вверх-вниз. Да, там еще этот пролонирист. Стоит, фоткается. Сколько здесь народу? Капает. Не самое клевое место. Яхта пошла. О, катер. Балдайчик. Самое клевое место. Там расписали шоу яхт, парусники, там туда-сюда. И что, две несчастных яхты прошло? Не, вон там дальше-то, видишь, это белый там. И что? Короче, блин. Ну, шары были. Ну, шары были, и что? Вот только единственное, что я видела, и все. Короче, сплошное разочарование. Кстати. Вон там вон какие-то, видишь, яхточки там, парусники. Да, но они далеко. Это было описано, что они вот здесь вот. Будут. Как бы. А они все туда ушли. Почему они там? Может, они сюда придут? Не знаю. 10 часов. Я думаю, что они долго. Здесь будут туда-сюда. 10 долго. Ну, короче, пока ничего интересного. А где советский? Вот. Многие отказались. Шарики пролетели и все. Грозовой фронт идет. Кстати, да. Потому что 10, 11, 12 грозы обещали. Ну, я, короче, и больше не буду вот так ветер. Вот приезжать. Знаете. Ой, яхты, ой, съездить. Зря приехали. Ну ладно. В любом случае прогулялись. Сейчас пойдем еще погуляем куда-нибудь. Ну, здесь так себе. Интересно, что это такое? Как катапульт, что ли, какая? Возможно, по ней лазят между ними. Сейчас. Интересно. Макет шуховской башни. Да? Да. Какой-то у меня знающий. Обалдеть. Настоящая башня вон там, вон дальше. 40 километров оттуда. Что-то капает. Кажется, дождик собирается. Но он нам ни почем. Да, да. Вот этот нытик, блин, меня задолбал. Мы лишь бы сидеть, ничего не делать. Где бы скрыться от дождя, а ты? А я иду, чтобы походить. Там опыт. Да. Да. Ну, видишь, лучше бы я одна гуляла, вот честно. Да, я бы столько обошла. Одна, а с этим пошла. Вообще фиг погуляешь. Все обошла, да. Да. Что-то обходить, вон там уже забор. Какой нудный. Вообще. Мы лишь бы где-нибудь сесть, все, постоять. Там строят медовый дворец. И забор, видишь, сторона. Я еще раз говорю, мы гуляем. Ходим, шаги вышагиваем. Да не так сейчас шагаешь 10. Да не нашагаешь. Сколько вот сейчас, посмотри. Столько. Игра, вот нытик вообще задолбал. Ты задолбал. Все, у него две капельки капало, все. О, балдай. Короче, как-то так. Идал дворец Шайба. Как в Сочи стадион Фиш будет. Так же раздвигаться будет, да? Светиться. Ну, не знаю, будут ли раздвигать. Там в Сочи-то не, блин, раздвигают. Только на Олимпиаду надо было. Раздвигается у нас вон тот вот. Футбольный. Там есть крыша. Если дождик идет, ее закрывает, и это поле закрыто, чтобы там можно было бегать. Смотри, здесь какое красивое ромашковое поле. Вообще супер. Класс. Ромашки.
Я подарю ей шашлычок. А, блин, это сфера была. Ромашки. Вот так, там тоже ромашковое поле. Не, классно здесь, высадили все. Мне вот эти кустики нравятся. Прикольно. Ну, обычная трава, но так красиво смотрится. Необычно. Да? Что за травка такая? Вот я возьми, сорви и... Если каждый будет... Погляди. А, это я помню. Петушок или курочка, да? Да. Это было. Петушок или курочка? Петушок. Петушок, он видишь, хвостик какой. Петушок. Чертик, я бы сказал. Чертик. Петушок это. Да, кстати, помню, здесь это. Петушок или курочка. Вспомнила? Да, 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 да. А это вот, по-моему, лаванду, да, посадили? Да. Лаванду. Лаванда. Горная лаванда. Сколько лет прошло? Ну, мне кажется, это даже не лаванда, просто такие цветочки. Ну, это лаванда. Ну, прикольно. Лавандовые цветы, по крайней мере, из этой семейства. Но что-то они уже не пахнут. Ну, может быть. В мае запах. Вот это какое-то здание такое интересное, да? Это... С высокими витражами. Школа? Вряд ли. Ты только не ляпай, если не знаешь, только уж не ляпай. Здесь тоже что-то высадили. Клумба такая интересная. Не, ну здесь, конечно, прям очень хорошо поработали. Здесь прям вот ходишь, одно удовольствие. Очень красиво. Вон тоже люди не могут пробиться в туалеты. А вон там бесплатно есть. Тоже нифига не работает, да? Ну да. Действует только Сбер. Лаванда. Сбер нет, вот где-то библиотека. Вон там экскурсия, я думаю, это. Может к ней прибиться, послушать. О, а здесь смотри, какая классная беседка. Вообще, пойдем-ка сюда. Позырка. Класс. Смотри, как круто. А сейчас подсветку включить еще? Вообще класс. Под дубом, под елью. Все, давай посидим. Минутку. Попробуй посидеть. Ой, какая красота вообще. Смотрите. Здорово. Вот видите, здесь очень много, говорю, таких вот местечек, где можно посидеть, погулять. Мне очень нравится. Вот стрелка здесь прям классно сделана. Розы. Вообще. Здесь как красиво. Розовый куст. Прелесть какая. Прям розы, розы. Супер. Розовый куст. Красота. Здесь прям вообще такой... С цветами прям так здорово сделано. Все. Цветами, растениями. Все плевается. Вот даже. Как колодец такой небольшой. Что-то типа. А это, по-моему, яйцо на Пасху было, да? Круто. Еще один розовый куст. Подойти, понюхать хоть. Не, не пахнут. Не пахнут. Ну, красиво. Не пахнут. Колокол, колюколь, колюколь. Сплевает. А вот детская площадка. Для детей. Для детей. Этот кол, мы как-то приехали, им звонили. Он днем-то. Да. По особому правильному. Птичка поедет. Красота. Не, место прям замечательно прогуляться. Церковные лавки. Зануда. Самота прям. Цветочки новые высаживают. В общем, красота. Здесь прям место, конечно, вот прям постоянно. Его прям вылизывают, вылизывают, прям все делают очень красиво. Вот, есть где погулять. Смотрите, куча беседочек. Здесь тоже, наверное, скоро деревья вырастут, будет очень красиво. Только недавно посадили. В прошлый раз, год назад ездили, здесь, по-моему, еще стройка была. Здесь это сделали. Я пошел. Вот видите, стоянка возле ярмарки. Полиция, пожарные. Вон. Еще, по-моему, этот. Вон большая машина стоит. Как там называется-то? ППС или как называется? Вон та серая.
А, Росгвардия, да. Полно. А вот здесь как раз форум проходит. БРИКС. Да, да, да. Вон от БРИКС 2024. Высвечивается. А здесь и не пускают. Никого. Пускают? Мне кажется, не пускают. Нет, пускают. И ты много видишь обычных зевак, которые просто гуляют? Я вижу только выставку мерседесов. И все. И автобусы, и вон скорая помощь какие-то. И вообще народ там мало. Получается, на самую ярмарку сейчас никого не пускают. Либо там как-то огорожено. А, кстати, вон там огорожено. Может быть, и там можно зайти. Нет, никогда. Пойдем прогуляемся, посмотрим. Вон лес сколько стоит. Да, прям это, в ряд. Полиция, да, вон тоже впереди. Нафига. Я хочу вон туда. Пофиг мне на этот. А, вон там сзади, да? Короче, куча этих ППСников. Без рамок. Ну, без рамок понятно. То есть, а сумку глядят, чтобы там ничего не было. Он какие-то, видишь, флажки. Это автомат дальше. Короче, вот. Это для тебя. Блогеров. Главный фестиваль блогеров. Да, вот видите, подготовились. Ждут важного гостя меня. Будут. Вон там. Вот, что давай попробуем, да. Кстати, вот вся парковка получается для них. Смотри, дык-дык-дык-дык-дык. А это, наверное, платно еще, так лучше, да? Нет. Раньше она была бесплатная, сейчас, не знаю, с этим БРИКСом. Мог ты выгнать. Ну там, короче, только официальные лица, она все пригорожена. Туда не попасть. Это как в Москве, а в Питере тоже проходит МЭФ. Мы что-то смотрели, так красиво там все. Я смотрю... Все только аккредитованы. Пойдем. Вот здесь погуляем. Угу. Не знаю, куда он будет. ВК, кстати. Угу. Это сцена. Угу. Пойду потренируюсь, да? Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала. Вот, это что-то как круто вообще. Это ярмарка наша. Нижегородская ярмарка. Мне здесь нравится, смотри. Это ленточки. Цвет флага. Классно. А вот эти, кстати, домики работают. Там и сувенир. Это как на Горького тоже, да? Нет, круто. А, это сетка натянута, то есть по ней бегают, походу. Или, может, как-то прилетают сверху. Ну, это сетка. Да, именно это. Цвет флага. Белый, синий, красный. Тоже он как красиво. Фонтанчик. Вот БРИКС. А это, получается, не на самой ярмарке, а рядом вот... Это и есть все ярмарки. Просто здесь это несколько этих... Как сказать? Зданий. Ну, пойдем с кружочком. Пройдемся. Здесь было 6 этих, как сказать, зданий, сейчас осталось 2. Это первое, а это главное. Джангл кофе. Сейчас вон многие уже закрыты. Эти кафешечки. Кофе и манки. Жареный сыр. Сливочная улица. А, вон, смотри, сыров куча. Как магазинчик маленький. Такая, как это, станция. Полумагазинчики, полукафешечки такие. Вот, тоже здесь. О, покачаться можно. Это каруселька, да. Для маленьких компаний. Угу. Пойдем сюда. Пойдем покатаемся на этих. Тинь-тинь-тинь-тинь. Хочу. Красота. Ох, ох. А вы говорите, Москва, Питер. Здесь раньше было здание. У нас лучше. Вот. Все родное свое. Где мы были на выставке, помнишь? Да. Это то, что делал Джонни. Угу. О, на этой даже фигне покататься можно. О, давай сейчас это подождем. Покатаемся. Крутяк вообще. Не, я сейчас дождусь. Пока кто-нибудь слезет. Качели. Балансира. 16 плюс.
Ограничение по весу есть, нет? Крутяк. Ну, попробуем. Прикольно. Не пудели. Ты хочешь до памятника дойти? Ну, пойдем. Там остановка. А я вот так хотела кружочком и до туда вот. И опять туда? Да. Да, вот такой вот. Да. Ну пойдем тогда тут. А ванну либо быстрее остановка и домой. А ну сейчас в любом случае подниматься там, ну, потому что там. Значит, там и поднимемся. Не выйдешь. Гуляем. Слушай, какой человек нудный. Говорю, мне двигаться надо. Нет. Надо. А я тебе что? Вон тебе лестница с препятствием. Вот. А и вдвойне на голову. Туда-сюда. Что это вообще? А здесь, кстати, тоже качелик прикольный. Когда качелик? Можешь посидеть. Не видишь, на колесиках, лавочки. Короче, красота. Здесь можно приехать и гулять. Он самовар тоже. Такой стоит. Все круто, выгуливаемся. Качаемся тоже. Тормозит, даже говорил тормоз. Стопорит ногами. Хорошо. Все, иди отсюда, я одна покачаюсь. Ну там, стой. А я потом покачаюсь. Ты слишком толстый. Они проходят повече. О, подсветка еще. Смотри, здесь тоже зажглась. Класс. Да, не разгуляешься, все городили. Но вот эта ярмарка уже очень-очень старая. Вов, с какого она года, не знаешь? 1800. Очень такая старинная ярмарка. Подойдем к фонтану. О, даже здесь подсветка, нифига себе. Смотри, в земле. Прикольно. Пара-пара-пам-пам-пам-пам. Ей уже больше 300, где-то около 300 лет. Конечно, самому зданию нет. Ну, его реставрируют постоянно. Проекту. Не знаем точно, сколько лет. Вон там, по-моему, написано. Сам прочитает. 1890 год, видишь? 1890? Да. Ну, ты почти угадал, молодец. А это уже как бы реставрировано уже более. Он сейчас не каменный, деревянный. Здесь это раньше был желтым скрытый. Купола? Не купола, а вот эти, это крыша, это вот это. Okay. Вот там рыбка, да? Вот там рыбка. Подсветочка. В общем, вот такая вот ярмарочка. В общем, ладно, нагулялись, находились. Поехали мы в сторону дома. Что-то. В общем, город у нас вот такой. Все, увидимся в следующий выпуск. Всех люблю, всех целую. Подписываемся на канал. Живем в Нижнем Новгороде, показываем, что бываем, где бываем. Ну и просто прекрасно проводим время. Увидимся, чуть. Пока-пока.